21 апреля в России отмечается День местного самоуправления. Этот праздник установлен президентом страны в 2012 году. Его отмечают те, кто посвятил себя работе в органах власти муниципального уровня. Именно эти специалисты являются связующим звеном между жителями и государством. Действительно, вы находитесь, как уже было отмечено, на передовой. Это всегда очень трудно, ответственно и, безусловно, те инициативы, которые вы сегодня поднимаете на региональную власть, на федеральную, они находят отражение. Я хочу вам пожелать дальнейших успехов в этом нелегком труде, всех ваших сотрудников, как исполнительной и представительной власти. Хочу тоже поздравить и всем пожелать. Самое главное – это успехов наших с вами общих задач. С праздником вас! В преддверии праздника в Иркутской области прошел конкурс на лучшую реализацию социально значимых проектов по итогам прошлого года. На него было подано более 60 заявок. Победителями в 4 номинациях стали представители из муниципалитетов Иркутска, Усть-Илимска, Братска, Тулуна и других территорий. Сегодня их наградили благодарностями законодательного собрания.